Таги, у моего пахана постоянно какая-то суета непонятная. То тренировки, а намази постоянно напоминает мне. Я же сам тоже знаю все, что надо делать мне. То соседям говорит пойти помочь, то базары. Когда эта лагуша закончится уже? Вот женюсь и уеду куда-нибудь подальше от родителей. Брат мой, ты счастливец, что у тебя есть родители.